О, хорошие угольки получились. Угольки. Классно, грибобас тоже. Держи свою палочку. Давай палочку. Сейчас, вот, пожалуйста. Закопаем сейчас. Ага, вот. На. Так. Пожалуйста. Ой. Тут быстро запекется, наверное. Ага, о, смотри, одни у них красные. О, там ты, такая глубина нормальная. Да? Отлично. Давай. Вот так, ага. Сейчас я распределю. Давай, ага. О, браво, Джон. Мне нравится, отличный ход. Красиво. Ой. Отличный ход, да? Надо, чтобы это как бы расстояние между ними было. А-а-а, понятно. Чтобы они запеклись вокруг везде. Угу, угу. А, жгет руку. Сильно жгет? Ну так, терпимо. Понятно. Ой. Ну, закопай, короче, вон, что одна, ага, снаружи. Одна вот эта. Так, что-то как-то... А, вот туда, что ли, закинуть? Погоди, сейчас. Опа. Ой, дым пошел. Угу. Все, отлично. Пойдет, думаешь? А вон, сам факел горит. Она там горит, она ж не, нигде картошка горит. Понял, понял. Ой. Вот это как-то плохо закопалось. Какая? Ну вот, вот эти надо закопать же. А-а-а. Ну вот. Палкой копаю, она это, пыль, угу. Пыль что ли, или что такое. Уже приступили к трапезе, уже едим картошку. У тебя это, кстати, картошка мягкая, нормально получилась? Угу, мягкая. Видать нас, да? Это твой хлеб, да? Мой, да. Сейчас поедим, да домой пойдем, потому что время уже. А, хорошо. Угу. Время у меня уже без 12:05. Угу. Я уже забыл, когда последний раз эту картошку ел. Я тоже самое. Запеченную. Угу. Уже разучился ее готовить. Вот это хотя, красиво. В принципе, это не часто. Ты уж не часто же ее делал? Не часто делал я тоже ее. Вот это сейчас проткнул, вообще мягенько. Мягенько, да? Ага. Ух ты, отлично. Вот это у меня тоже, в принципе, мягкое. Mm-hmm. Вот это еще пусть доходит. Mm-hmm. А, Игорь, что? Вот мягенькое, давай тебе дам. Mm-hmm. Mm-hmm. А, говорят, полезно именно ее со шкуркой кушать, эту запеченную. Ну, как бы ее почистить, этот саму, как бы, горелку эту. Угу. А вот именно, ты что, уронил ее, что ли? Угу. Ну, ты уже не ешь. Не, не буду есть. Ты с земли уже все, не ешь. Угу. Да куда ты уже, кидай вот сюда. А-а-а, горячая.
Угу. Спасибо, Джон. В шкурке там витамины, ой, не витамин, а элемент этот вроде бы. Что-то калий, калий вроде бы. Угу. Я ищу, может быть, там еще это что-то закоплю. Ну, чтобы все картошки достать. А, ну, один, два, три. Ох, мягкая какая. Отлично. Сейчас подостынет. Чисто есть что-то. Сейчас, сейчас. Сейчас, Джон. Вот это еще тверденькое. Тверденькое, да? Да. Ну а потому что покрупнее. Угу. А-а-а, горячая. Вот это вот мягкое уже. Мягкое, да? Отлично, Джон. А, горяченькая. Сейчас покажу зрителям. Картошечка. Запеченная картошечка. Наша родимая, да? Так, вот твой хлеб. Тот твой хлеб, или твой хлеб вот этот? Вот это мой хлеб. А, угу. Ну сейчас еще отрежу попозже. Ага, давай. А-а-а. Идет порог с картошки идет. Вот это у меня уже подостыло так-то. Угу. Смотри, грибас. Смотри. Ага, партка сорта. Отлично. Ой. Тебе этот майонезика, наверное, надо, да? Да, да. Без майонезика сейчас тебе плохо, наверное. Спасибо, Джон, спасибо. Майонез, майонез. Ой. Что такое? Горяченькая. Ай-яй-яй. Отлично, Джон, отлично все. О. А ты он кусочек-то не доел. Я знаю, сейчас доем его. Так, полкнулся здесь. Так. Ты будешь вот этот целый кусочек, да? Да. Пожалуйста. Пожалуйста, да. Сэр Джон, да? Сэр Джон. Сэру Тони Грибобасу, да? Чмоки-чмоки. Тебе меня опять вспомнил, чмоки-чмоки это. Зрители, мы посылаем вам чмоки-чмоки. Ой. Ты свое отчество-то не забыл? Александр Леонидович Нагорных. А, Тони Грибобас. Ну? Тони Грибобас. Ну, а отчество-то? Забыл. Забыл. Тундрович. А, Тундрович. Ой, извини, Джон. Джон Грибобас Тундрович. Или ты хочешь быть ютубовичем? Нет, ты ютубович, а я Тундрович. Ну, у нас как бы ютуб родной отец будет. А, в принципе, да.
можно. Мы с тобой на Ютубе здесь. В принципе, да, да. Появились. Так что все. У Тони Грибобас и Ютубович тоже отчество. Спасибо, Джон, спасибо. Тони Грибобас Ютубович. Да. И Джон Клюкер Ютубович. Ой. Ах ты. Ты что, замерз или что? Нет. Не замерз. Не видно, как ты, вот, как будто ты замерз. Мерзли. А, руки мерзли. Так он грей об этот. Нервы. Пожалуйста, извини, но у меня вот. Вот эту шкурку тоже можно кушать. Mm-hmm. Только ее очищают, ну, от слишком сильно горелого. Mm-hmm. Mm-hmm. Хлеб. Mm-hmm. Вот какая. Ой. Так что, а как получается, что вот Иисус Христос, он как судья получается, так получается. Он служит кого в рай, кого в ад. Ну, конечно, что там. Опа. Он наш судья. Молодец он. Ух ты. Не снимаешь, подожди, когда ты. Так интересно, кто создал людей? Адам и Ева или сам Иисус Христос? Вот что мне интересно. Ты же читал. Не помню я. Ну, это плохо. Адама создал Господь Бог. Угу. А потом из ребра Адама Господь Бог создал Адаму и Еву. Угу. Чтобы ему было не скучно. Угу. Ой, сырая. Сырая? Угу. Ну, я тоже сырая, но горячая ел я. Угу, съем. Угу. Вот это у меня вообще мягкое. О, там-то сгорело. Угу. Тебе? Ну, ладно, мне. Держи. Горячее. Пополам порежу, пополам вместе. Опа. Ну, сейчас я эту доем. Угу. Может, пополам, и тебе мне половинку можно сделать. Да-да-да. Угу. Угу. И как получается, Джон? Вот смотри, есть слова. Ну? Господь Иисус Христос говорит. Он говорит, вы будете меня, ну, будете меня знать, ну, Господа Иисуса Христа. Ага. А вас будет Отец мой знать. Mm. Ну, Господь Саваоф. Угу. Угу. Что ты хотел спросить-то? Тоже Адам и Ева, они жили в раю, да? Но. Потом съели это яблоко, что мы съели, это запрет. И Господь Иисус выгнал там, типа того, что такое, да?
Выгнал, да, то, что запретный плод съели. У меня руки все черные. Я помою, что? Помою. Помою. Сейчас, сейчас помою. Полотенце есть. И как я понимаю, Джон, вот здесь в раю, там и люди, и звери, там все вместе живут, или как там? Ну, описание рая там, что там, звери, да. Угу. Все любят друг друга. Угу. Угу. Так, я уже заканчиваю, вот эту сейчас доем. Угу. Руки мою и все. И трапеза моя будет закончена. А я же маленько покушаю. Кушай, 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 кушай. Угу. Внутри тоже как бы твердовато. Угу. Ну сейчас уже тут это. Не, ложка. Я тоже ложка буду есть. Сейчас я ложечкой. Угу. Ну я еще. Джон. А там же реки, озера есть, стоят или как? А то можно там купаться, типа того. Ну, я думаю, есть. Все там есть, что захочешь. Да? Неплохо. И кто там за этим все следит в раю-то вот? Кому там нужно подчиняться? Не знаешь это? Я не знаю, как это понятие подчиняться. Ты находишься в раю, ты делаешь, что хочешь. И опять же, в рай ты туда же не попадешь просто так. Да. Угу. Имеется в виду, делаешь, что хочешь по заповедям Господа, как Господь учит. Вот он понятие и дает в Библии. Горячо. Что Господу угодно, он дает. Вот. Он как описывается в Библии? Кусок большой съел, ой, да? Аж до слез. Горячая. И я глотнул. Ну ты даешь. Ой. Ой. Извиняюсь, Джон, ты ружьями красными, да? Ой. О. Я сюда все. А это ложкой, да? Ложкой и глотнул. Я вот сейчас тоже. Ой. Вот его кипяченая вода запих, она холодная. Кипяченая вода. Не, пока хорошо. Вот смотри. Ага. Он там вот описывается в Библии там. Сделал вот сотворение мира. Сделал Господь то-то, то-то там в первый день. И это было хорошо. Ну как бы. Или там что-то, что-то, и он. И в конце как бы слова такие. И это угодно Господу. То есть в Библии там написано, что угодно Господу, а что не угодно Господу. То есть вот эти законы, они описываются в Библии. Угу. Угу. Так, сейчас попить. Чай там остатки. Что-то у меня сопли пошли. Угу. Угри бабас! Ты еще живой, да? Не обжегся? Сильно-сильно не обжегся? Не сильно, но обжегся я.
Я как глотнул, и горячий, прям себе вот это, как гортань вот обжег я внутри. Ну вот, благодаря... У меня слезы пошли. Благодаря тебе зрители уже будут знать, как нельзя уже делать. Будут знать, да. Как картошку вот правильно кушать, большими кусками нельзя ее есть. Да. Вот я уже сделал глупость, так что и пострадал за это, честно говоря. Так что вот... Дорогие зрители, спасибо за внимание. Наша... Или ты что-то хочешь рассказать? Нет, пока. Я еще кушаю. Мне еще коробка, у меня еще одна осталась. Грибобас, приятного аппетита. Сейчас спасибо, пьем чай. Ага. Собираемся и домой. Угу.